Новый способ переработки тяжелой нефти предложили ученые кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова. О всех подробностях расскажем в следующем сюжете. На протяжении 3 лет ученые кафедры физической химии Химического института имени Бутлерова ведут исследования в сфере переработки тяжелой нефти на месторождение с целью улучшения ее качества и текучести. Чем больше нефти мы добываем, тем оставшаяся нефть имеет все более и более тяжелые характеристики. Там больше содержится серы, она становится очень высоковязкой, очень трудно поддается транспортировке. Вопрос транспортировки тяжелой нефти всегда горячо обсуждался. Пока эта проблема решалась тем, что тяжелую нефть смешивали с более легкой нефтью и подавали в трубу для транспортировки. Легкой нефти становилось все меньше, а тяжелой все больше. Перед учеными возникла задача разработать катализатор, который позволил бы снизить вязкость нефти и по возможности облагородить ее характеристики. Мы пошли таким путем, что сначала мы разработали носитель, у которого очень крупные размеры пор, куда помещаются крупные молекулы, нафтеновые молекулы углеводородов, и претерпевают там определенные изменения. И на базе этого носителя был разработан катализатор. Носитель называется высокопористые чистые материалы, который позволил за один проход через катализатор не только снизить вязкость нефти, но и удалить до 30% серы. В ближайшее время ученые планируют приступить к этапу создания пилотной установки. Другими словами, будет создана мобильная установка, которая будет привозиться и ставиться на месторождение. Нефть будет подвергаться переработке и дальше транспортироваться по трубопроводу. Нефть нагревается, пропускается через катализатор, который находится в реакторе. Реактор нагревается, нефть пропускают через катализатор, удаляем 30% серы, меняем состав нефти, и эта нефть потом очень долгое время будет оставаться жидкой. Ее спокойно можно транспортировку делать на перерабатывающие заводы, на экспорт в трубу и так далее. Это мало того, что это снизит ее вязкость, это уберет большое количество серы. Технология позволит поднять качество нефти на входе в трубопровод. На нефтеперерабатывающие заводы будет поступать нефть с меньшим содержанием серы. Это снизит экоррозионную активность и стоимость дальнейшей переработки. Исследования заинтересовали не только региональных партнеров, но и зарубежных. Елизавета Никитина, Универньюз.